Из телеги по ссылке ворвался. Молодец. Хорош. Да блин, вообще инста работает. У тебя хорошо бот работает. Прям супер. Я стрим запустил, там буквально 3 секунды прошло, он сообщение выдал. Так, я хочу. Мне прилетело. Ладно, так сделаем. Одна рыбка, давай, игра, давай. Давай еще одну. Панду, пожалуйста, ну давай. Буйза. Ладно. А. Не буйза получается. Получается, это бараш в самом рассвете сил. Бараш вырвался из загона. Так. Я знал, что можно так играть. О! О! Что летать не умеет, конечно, но так о. Умел бы летать молодой. Классико! Вадис, привет! Карпи, привет! Сегодня что, пивной стрим? Разве похоже, что ли, на пивной стрим? Саламчик всем, салам, Паш! Я могу сходить пиво открыть, но пивной стрим не намеревался. Не было такого. Очень даже похоже. Да не, типа казалось. Может, предсмертный конвульсия, непонятно, какая еще вараж. Да дай бог там это, чтоб нормально все было. Вчера попадался в рандоме 27 дамстер. Ну это дамстер, да. Виталия, здорово. Это он, да. Мультикаст, улети, улети и убей всех. Блин, дед с ружья завалил меня. What the fuck. Так, ладно. Пишет, по конями с 5 утра играет. Ох, хороший момент, я считаю.
наконец-то он летать стал нормально. Ракетки плохие. Мог добить, кстати, меня. Я не против был проиграть. Кажется, с этой точки немножко рыбалка не очень идет. А с этой точки попробовать. Науры, здравствуй. Steam, здравствуй, Дим. Спасибо. Такая у нас вторая победа подряд. Ну ладно. Ну то есть он, если меня тут не тронет. Классик. По идее, не должен тронуть. Да. Мультикаст. Это мультикаст странный был. Мультикаст, он дальше не полетел. Маджишн, здорово. Рыбалка без пива не очень идет. Какое пиво, ребят, вы че? Стример распаиваете. Девятый раунд, да. Ну, крипов я вряд ли дефну. Таким столом, поэтому я вылапну. Что-нибудь закину еще. А, вон оно что. Вот здесь две рыбки с этим. С ассасинами. Я сильнее, оказывается. Три победы подряд. Мои мальчики. На, разор прилетел. Не так дефни. Этот сейчас. Хорошо. Замечательно. Кажется, я болт возьму, а сразу продавать здесь ничего не буду. Да, я просто болт беру. Мне манго не нужен, но у меня и так все хорошо. Почему я сразу не взял на 10 волт? Потому что все равно 20 раунд можно посидеть на волте, и следующий 80 будет. А если бы на 20 взял 60, то здесь бы 80 не сделал. В принципе, нормально. Меня устраивает абсолютно. Ноль урона. Классико. Ох, красота-то какая, лепота. На самом деле разор кажется поприятнее, чем Могр. Какая-то херня получается. Шахмат, привет! Красота. Проиграл, решил читы включить. Я, кстати, когда шмотки делал, у меня почему-то базилку можно выбрать до сих пор.
Брейсер переделать можно. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. А что ей надо? Кстати, летают очень хорошо. Мне нравится. Это полеты, конечно, крутые. То есть у меня 60-80, все четко. Прикател. Еще этот придурок пришел. Так, что, будем его лапать? Конечно, будем. Но не сразу, да? Шесть магов пока не могу поставить. В седьмом, да, шесть магов, если Лина приходит. Да, давай так сделаем. Я все равно хочу ему кайф дать. Да. Нормально. Ну блин, ты поймал, да, там красиво вышло. Перекрестный этот. Как это называется-то? Полеты. Перехватчики. Блин, мне бы грима так взять. Пригодится. Потом возьмем. Классико. Лирик, здорово, бро. Привет, Петь. Есть Люкан, Люкан Вудфейс. Пусть будет. Как искать игры на Рок Плюс? Пароль для пятерки, для четверки. Давай не подведи игра на топ-1. Я на чили сижу, старчик. Ходи пиво попил. Какие топ-1 могут быть? Как на шторме ехать? Так, не знаю, пить вообще не знаю. И потом нагами могут сыграть, я шторма лучше продам. Карточки-то нету, чтобы дыха делать. Мне не нравится здесь штормом доигрывать. Легко законтрить. Просто используем ресурсы. Классико. Правильно. Вект, привет. Топ-1 на чили не занять? Можно? Тебе это надо? Только чисто, надо тебе это или нет? Может, Энигму поймаем? Так, ладно, у меня же хумов не стояло. Передумал я сразу. На штурме топ-1? Так сложно. Тут прям миллион наг. Молния или еще одну кая на переделку потом. Апка, еще одну кая. Первое время все равно сильно будет. О, нормально. Челлендж на 500 рублей, это топ-1 на шторме. Блин. Придется его собирать в синергии без магов, Петь.
Сейчас посмотрим. Ну просто легко законтрить. Тут я не вижу, что магами побеждать можно. На элемах, ну, может быть. Но тяжко. Задолжил спел. Уже не кричит, да? Битва пандаринов, да. МБР-12 КММР, ну типа того. Фотки магические. Ну, пожалуй, может и отказ быть, да. Дрены собирают. Опа. Рик хороший. Классика. Да, стри, привет. Шторм 13 зато. Эмбер 12. Здорово. Повезло стримеру. Команда сильная у него. Классика. Левелап есть. Скорпи, здравствуй. Жаль, что не кричат ребята, могли бы крикнуть. Хоть раз в жизни-то. Волт хороший. Дамочки у меня. Классика. Джексон, здравствуй. Ну, шторм летает. Никто ему не мешает. Пока везет. Визор для мехумов закрывать. Меня пробьют на самом деле. По желанию, тут есть такой вариант. По возможности. Ну не здесь, да? Здесь вряд ли. Магнусы куплю. Да. Я либо Динхо, либо Визор, да, нужна. Магнус еще один.
Неужели вот так брать? Энигма есть, кстати, да. Шесть хумов на 25-х поставили. В принципе, там есть перки на манго. 11-й я вполне могу сделать, поэтому 10-й апнул. Вполне может просто сыграть. Так, скрипов хочу поймать. Ничего не стал банить. Я не хочу. О, блин. Один раунд выиграю, там уже тир 3 шмотку дадут после 25-го. Попробуй собрать. Инвокер есть. Пролетел. Вот на крипах можно поставить. Это его потом возьмем. Без хумов на крипов вполне можно поставить. Там Акира. Семку бы залутать. Ура. Ох, антимага бы сюда. А, и так нормально. Вати, здравствуй, hello, how are you? 100 лет его не видно было. Маклер есть. Амто, сэнки. Так. Пока это пропущу. Это
Здесь нормально пока. Классико. Кассел, привет. Рубик есть, а. Игру через манго могу, это в 11 выйти спокойно. Здесь так не хватит. И ничего не баним. Уренами можно сыграть и лемами. Против Айда не будет работать. И все только. Она была взять у этого праймала. Как-то ты три шторма не работает. Нет такой возможности. Ладно, стрик теряем. Вот куда. Алебарда. Нормально. Никс Огр, да. Оценки даже нету. Вот на чем проблема моя. А Нелдера придется скипнуть, потому что далеко. Штука от лоб даже продавать. Одного шторма продаю. Я второго продам. Дело. Тут сценка у меня апается вообще. Продаю. Долго, прям слишком долго идет. Ну, летит, классико. Ладно. Кипиш, привет. Сейчас сделаю шмоткам. Разбирать бы, да. О, войды. Шпармана. Да, так доиграю. Войды, а Кира остались. Пентик, да. Есть. Давай так туда играем. Я хотел вот это разбирать. Шмотки оставлю.
Ну, на манго можно дойти до 11-го. Наверное. Вотсов надо собирать. Да, манго. Фотки плохо делать. Ну, ради левела. Ну что? Арк там есть с нами. Антимаг Т3. Манго возьмем, потом лучше поставимся, да. Или мультикаст все-таки. Давайте шмотки мультикаст тогда возьмем. Здесь же очень важно. Манго можно не успеть. Шмотками я выигрываю. Что думаете по этому поводу? Шейкера скипнул, Паш, я ничего не скипаю в этой игре. Зачем мне шейкер, если у меня скамейки нету? Котла соберу, ты один шейкер, вполне нормально будет. Паш, я в эту игру хорошо играю. Забыл, что ли? Все-таки манго я хочу. Потому что я хочу левел. Я знаю, что эту игру тут можно выигрывать. Попробовать левел. Двенадцать, да. Еще раз так же сыграю. С пятой выиграю, просто там уже видно будет. Так, строимся.
Шторма продать придется, почему? Не, Лину продам. Я без хумов же могу доиграть. С годцами же все хорошо будет. А, тут просто хп мне много выбивает. Вот у меня манга-то ничего. Сильно зашел, я не ожидал настолько сильно, что ли. Ну, ладно, придется продавать много чего. Ганим, Экс. Ганим, я в Энигму даже дам. Мне что, по идее, правда не нужно. На 4 бога пускай будет. Я надеюсь, не вылечу. Пусть ты. А, я там выбил просто, да. Ну ладно, 11 не было. Запас большой, у меня все равно был. Так сойдет. 3 шторма не было.